Выполнение плана капитального ремонта городских дорог стало главной темой выездного совещания, которое 26 августа провел глава администрации Заречного Вячеслав Гладков. В этом году новый асфальт укладывают на трассе Заречный – Пенза, путепроводе у Монтажной проходной, проспекте 30-летия Победы и улицах Конституции, Промышленной, Индустриальной и Транспортной. Особое внимание уделяется качеству производимых работ и соблюдению технологии. В данном случае все соблюдается. Предоставляются нам все паспорта, значит, у них лаборатория своя есть, значит, в том числе и передвижная, насколько я знаю, есть лаборатория. Все сертификаты, все акты испытания они нам предоставляют. Вячеслав Гладков подчеркнул, что необходим постоянный контроль качества покрытия, в том числе и проверка независимыми экспертами. В этом году асфальт в городе впервые укладывают незареченские дорожники. Мы в этом году приняли решение отказаться от услуг зареченских подрядчиков и обратились к пензенским организациям, выиграла конкурс дорожно-строительного управления. Визуально качество, конечно, лучше, но все покажет экспертиза, которую мы будем проводить по каждому участку дороги. А самое главное, мы, наверное, увидим результат весной, после того, как закончится осенне-зимний сезон, самый тяжелый для любого покрытия. Ослаблять контроль за этим особо важным направлением, там, ремонт и состояние дорог, я не собираюсь. На сегодняшний день уложено 11 тысяч квадратных метров покрытия. По плану этого года предстоит отремонтировать еще 12 тысяч квадратных метров дорог. Кроме того, в сентябре-октябре предполагается начать работы по расширению проездов во внутриквартальных территориях и строительству карманов. Всего на ремонт асфальтового покрытия будет потрачено около 20 миллионов рублей. Анна Сазонова, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный».